На Кавказе найдены гигантские пирамиды. Скажу, что эта конструкция очень необычная. Блоки состоят из множества камней, которые в виде стрел собраны друг на друга методом вставки. Кем и для чего они были построены? Каким образом поднимали эти глыбы на вершину? Камни по 5-6 тонн. И почему ученые решили засекретить это сенсационное открытие? Самые шокирующие гипотезы проверены Игорем Прокопенко. Сегодня в 18:00.